Не только мальчишки в детстве играли в рыцарей и лучников. Я помню себя лет в 7 или 8 с луком, который папа смастерил из старого стула. И сегодня я решила отправиться в тир и взять в руки настоящее оружие. Владелец тира Алексей рассказал, как к нему пришла идея открыть стрелковый клуб. На самом деле, дело до смешного. Это вообще было такое, как сказать, юмористическое предложение друга. Что говорит, вот неплохо бы, раз бы тут лук натянуть бы и все. Идея засела, значит, в голову, вот вообще средневековая как бы тема, что касается луков, да, там, ну, среди, каждый был пацаном, все мы делали луки в детстве, бегали, это было настолько здорово. То есть сейчас воплотить эту мечту, как бы, да, вот, и дать возможность соприкоснуться любому желающему. Алексей дает каждому новичку возможность подержать в руках настоящее средневековое оружие. Здесь все, и музыка, и элементы амуниции, и интерьер помогает окунуться в атмосферу рыцарей-завоевателей и почувствовать себя настоящим Робином Гудом. В арсенале Алексея есть не только луки, но и даже ковбойский револьвер. Любители ковбойской стрельбы могут попробовать себя, свою меткость. Алексей научил меня главным правилам в тире. Не направлять заряженное оружие на человека, не передвигаться заряженным оружием, не выходить за ограничения во время стрельбы и не производить холостых выстрелов. Подпись поставлена, хоть и не пером на свитке. Я беру в руки лук и понимаю, что эта вещица посложнее тех, что были в детстве. Уже после двух выстрелов у меня заболели пальцы, и даже мишень меня не так интересовала. Хоть бы стрела вообще полетела и не упала на пол. Просто стрелять из лука, мне кажется, не настолько интересно, как если я буду в настоящем обмундировании. Алексей, расскажите мне, что это и для чего? Это средневековая одежда лучника. Меня одели в кожаный стеганый жилет, который называется стегач, в наручи шлем и даже в специальные напалечники, и убедили, что теперь я точно попаду. И ведь правда помогло. О, я попала в синюю полосу, в синий кружочек. 5 очков, отлично. По словам Алексея, стрельба из лука очень положительно влияет на человека. Развивает интуицию, физическую подготовку и превосходно снимает стресс. К тому же этот вид спорта доступен абсолютно всем. Он пробуждает азарт и желание достичь более высокого уровня. Учитесь и попадайте в цель.